Всем приветики! Я хотел бы вам показать, как из обычных носков сделать домашние. На мне как раз надеты вот такие носки. Они отличаются от этих лишь только тем, что у них нет резинки. И это большая разница, потому что когда у вас носки с резинкой, вы их очень долго носите. Те, кто ходит очень долго в носках таких, вот целый день знают, что потом, когда их снимаешь, остается такой след от резинки. И он обычно чешется. Ты когда вот снимаешь носки, у тебя остается от носков такой след, и хочется его почесать, потому что оно так, ну, типа, передавливает, здесь жмет, и потом оно все чешется. А когда ты отрезаешь резинку, то, в принципе, ничего не жмет, все хорошо, и это просто как такая лишняя такая вот накидка на ногу, чтобы было теплее, мягче, удобнее. И поэтому мы берем новые носки и отрезаем от них резинку просто, делая их домашними. Здесь даже есть вот как бы этот линия, по которой нужно отрезать. Мы просто режем. Хотя даже если вы не сильно ровно отрежете, это не страшно. Отрезаете. Ну, я немножко неровно отрезал, конечно, некрасиво получилось. Но дальше как бы все. Оно само уже закрутится. Хотя эти носки внутри не очень красивые, на самом деле, есть какие-то ворсиночки. Вот. Но в целом оно само без резинки начнет закручиваться. Вот. Получается, мы отрезали резинку, и оно уже само начинает закручиваться. И таким образом у вас будет вместо резинки такая вот небольшая закрученность, благодаря которой не будет видно вот как раз-таки этих обрезанных ниток, плюс которая будет не давать этим ниткам торчать и расходиться, потому что оно как бы так вот само по себе, ну, так когда отрезаешь, оно без резинки начинает типа распадаться и само так вот загинается. И благодаря этому не видно будет ни ниток, и оно не будет расходиться, потому что оно как бы закрутится. Я уже давно эти носки ношу, я не знаю, наверное, может год, может больше. Кстати, когда дома их носишь, они медленнее изнашиваются, чем когда ты носишь носки в обуви, потому что в обуви ноги трутся об обувь, а здесь нет. Вот надеваем новые носки, одеваем. Правда, здесь некрасиво, так что внутри какие-то ворсиночки. Такого обычно нету в носках. К примеру, вот в этих носках такого нету. Внутри здесь все красивенько. А в этих внутри вон идут ворсинки вон по всей длине. И это некрасивенько. Но в целом это будут мои новые домашние носки. Потому что старые уже с дыркой. Как бы я их ношу очень долго, и образовалась дырка. Так что вот мои новые домашние носки. Я могу их носить, и мне ничего не будет давить. Вот оно свободно. И оно, как я уже говорил, начинает автоматически закручиваться. То есть я вот обрезаю резинку, и по идее оно должно выглядеть так. Но оно без резинки начинает слегка закручиваться. И в принципе так даже их и нормально, то, что он так закручено. То есть у вас вместо резинки такая вот закрученная ободок получается. Но он абсолютно не давит, он свободен. Потому что резинка, вот она. И благодаря этому вы можете носки носить хоть целый день, хоть два. У вас не будет здесь следа от резинки, который бы давил, и потом после которого бы чесалось. Обычно, когда носки долго носишь, они давят, и потом хочется снять и почесать вот это вот место, где. А в этих носках такого нету, потому что здесь ничего не давит, оно свободно. Так что таким образом можно из обычных носков вот таких вот сделать домашние. Все, что вам нужно, это просто отрезать резинку. Здесь у вас даже вот она линия есть, которую нужно отрезать, и вы просто берете и отрезаете. Ну, естественно, именно для этого нужно пожертвовать какими-то носками. То есть
носить их уже где-то по улице будет неудобно. Потому что они могут, ну, из-за интенсивности движения в обуви и по улице, они могут сползать. А дома, в самый раз. Дома вообще идеальненько. Вот такие вот носочки получаются. С такой вот уже не резинкой сверху, а с таким вот закручиванием небольшим. Обычно не так внутри нету, и оно просто все получается закрученным и красивеньким, таким прикольненьким. Таким вот образом можно сделать из обычных носков носки, которые удобно носить дома, домашние. Ну, а на этом все. Всем покидало.